собрались. Оп. Короче, грибов. 430 лет назад примерно на таких суденышках, а может и чуть получше, в Сибирь прибыли воеводы Сукин и Мясной да письменный голова Чулков со стрельцами и основали град Тюмень. Казалось бы, эта история изучена вдоль и поперек, а пытливые умы все не унимаются. Говорят, много несостыковок в прошлом первого русского города за Уралом. Даже в сибирских летописях есть разночтения. Даты основания города отличаются. Разница составляет около года. Первый русский город в Сибири с тюркским названием Тюмень, был основан 29 июня 7093 года. В других летописях, где от сотворения мира 7094 года, 29 июля. Впрочем, краеведы уверены, крамолы здесь нет. Во-первых, у летописцев не было современной офисной техники, и тексты переписывались вручную, а потому в них могли закрасться ошибки. Во-вторых, свитки нередко гибли в пожарах или изнашивались, и при их воссоздании вновь могли появиться неточности. Июль или июнь – это не спорный вопрос. Просто в одной летописи июнь, в другой летописи июль. И таких летописей где-то это повторяется около 8 раз. Но, тем не менее, принято у нас считать, что все-таки 29 июля. Не умолкают споры и по поводу внешности Ермака, который открыл путь в Сибирь основателям Тюмени. В разных музеях можно найти несколько вариантов образа первопроходца. Может, от того, что при жизни в биографии атамана было немало темных пятен. В одном историке едины. Его поход – один из самых легендарных в мире. По поводу завоевания Сибири Ермаком можно сказать коротко и ясно. Пришел, точнее, приплыл, увидел, победил. Причем не столько численностью войска, сколько благодаря своему умению. Во-первых, вести переговоры. Во-вторых, эффектно палить из пушек. А в-третьих, широтой своей души. Ведь с местными жителями, как считают многие краеведы, он договорился. Не стал, например, как хан Кучум, заставлять инородцев менять веру. В результате Сибирь присоединилась к Руси, а Тюмень стала одним из крупных центров на Великом торговом пути. Наталья Жукова, Алексей Красных, Тюменское время.